Даже знаменитые путешественники, которые повидали весь мир, могут удивляться. Президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Миняйло, например, даже в нашем небольшом городе нашел для себя кое-что интересное. То, ради чего изменил маршрут своего визита в Балаково. Мы хоть летаем на шарике, но за мотоспорт тоже болеем. Есть Красногорск, там больше ледовые спиды. Да. Иван Миняйло в своем родном Красногорске часто бывал на ледовых гонках. И узнав, что в Балакове есть спидвей на гаревой дорожке, заглянул на стадион «Труд», где в это время проходили тренировки команды «Турбина». Вместе с Иваном приехал и сын знаменитого путешественника Федора Конюхова, Оскар. Как начальника экспедиционного штаба отца, его интересовала техническая сторона спидвея. То есть на старте, когда стартуете, у вас уже заднее колесо чуть вынесено. Каждый по-разному стартует. Гостей поразили скорости, на которых гонщики мчат по кругу. Сами они признались, что не решатся сесть на мотоцикл. Мол, тому, кто летает на воздушном шаре, лучше воздержаться от экстрима на земле. Но спидвей им пришелся по душе. Теперь надо посетить соревнования уже, когда полный стадион, когда все болеют. Сейчас вот мы обсуждаем приехать сюда либо в июне на командные гонки, либо в сентябре. Поднять также здесь воздушный шар «Фусагра». Посмотреть гонки. Компанию «Фусагра» знаменитые воздухоплаватели упомянули не случайно. Именно она помогла совершить Ивану Миняйло и Федору Конюхову рекордный полет на воздушном шаре. И копию этого шара балаковцы уже видели на стадионе «Труд». Эта же компания поддерживает и балаковский спидвей, который давно стал главным спортом для нашего города. В небольших городах, когда есть такие аутентичные, что ли, команды, они являются какой-то идеи, что ли, для жителей города, традиции для жителей города, да, спидвей развивается сколько здесь, 50 лет, не знаю, 60 лет, долго, наверное, да, и из поколения в поколение это увлечение, боление за своих местных гонщиков передается новым жителям города. Мне кажется, это очень хорошая преемственность и традиция. В этом сезоне на стадионе «Труд» пройдут 8 гонок по спидвею, а также удивительные события, приуроченные к Дню химика. Соревнования по супер-эндуро, которые также поддерживает компания «Фосагра». Так что рев моторов продолжит удивлять и балаковцев, и гостей города.